Два года в колонии проведут уроженцы одной из стран СНГ за кражу орденов ветерана Великой Отечественной. Двоих парней 19 и 23 лет по горячим следам вычислили полицейские. В полицию обратилась Екатерина Боженко и рассказала, что из сейфа в ее квартире исчезли ордена и медали деда, а также другие ценности. Ветеран скончался еще в 70-х. Его награды хранились как семейная реликвия. Среди них два ордена Красной Звезды – дали за боевые заслуги и за оборону Сталинграда. Оказалось, что воры подобрали ключ ко входной двери. Полицейские нашли грабителей, медали и другие ценности вернули родственнице ветерана.